Там, где еще недавно было узкое бутылочное горлышко, сегодня простор для автомобилистов. Реконструкция участка федеральной трассы Пермь-Краснокамск длиной почти 3 километра закончена. Государственная комиссия только что завершила приемку дороги. Глава региона Олег Чуркунов открывает развязку с мыслями уже о предстоящих значительных дорожных стройках в регионе. Хотелось бы, чтобы каждая ленточка была гораздо дороже. Там, условно говоря, 4 миллиарда. Ну, на следующий год мы уже такой примерно и будем резать. Я так вперед. С Богом! Для того, чтобы разгрузить это направление, над основной магистралью возвели путепровод в сторону поселка Крым. В прошлое ушли пробки, которые до этого здесь были частым явлением, рассказывают водители. Я очень рад, что получилось у них раньше это все сдать. Вот, потому что следующий дачный сезон будет без всяких задержек. Качество самого покрытия дорожного очень хорошее. Вот, то есть едешь, не трясет, все быстрее, все намного. Дорогу действительно ввели в строй с серьезным опережением графика. Сделать это позволило стабильное финансирование и взятый строителями темп. На год раньше сдали, не нарушая технологических процессов. Мы ввели контроль и лабораторный, и входной контроль. И у нас здесь по контракту с нами работала организация, которая ввела независимый технический контроль. То есть я думаю, что объект выполнен с хорошим качеством. Магистрали европейского уровня. Серьезную реконструкцию за последние годы пережили все основные выезды из Перми. Одна из важнейших дорожных строек сегодня – это расширение до 6 полос обхода Лобанова. 4-полосной делают трассу Пермь-Березники. Та же задача поставлена на следующий год в отношении дороги в сторону Ускачки. В Прикамье действует единый стандарт строительства новых магистралей. Задача на всех напряженных дорогах – сделать разделительную полосу. Это вопрос комфортности, но это прежде всего вопрос безопасности. Сегодня отсюда она идет до дороги на Екатеринбург. В общем, это хороший прорыв за последние годы. Расшито последнее узкое место на дороге из Перми в Краснокамск. Хороший скоростной режим, обеспечивающий безопасность разделительный барьер и наличие двухуровневых развязок. Все это позволяет экономить драгоценное время в пути. Елена Закирова, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.